Все, покидаем мы прекрасный город Фигерас. Отличный поезд. Мы едем в Мадрид прямой, без пересадок. Нам повезло, всего лишь ждали полчаса. Это вот такой вот туалет. Довольно-таки чистый туалет в поезде. Можно поставить багаж. Пустой вагон. Номер второй у нас пустой. Никого нету. У нас пятые места. Вообще отлично повезло. Единственный такой маленький минус — это билет стоит. Два билета 375 евро. Дороже даже, чем на некоторых самолетах. Но зато прямой, без пересадок. Это скоростной поезд, который едет из Франции. И мы едем прямо в Мадрид. У нас там уже забукирована гостиница, поэтому нам сегодня нужно заселиться. Вот. Впечатлений очень много от музея Сальвадора Дали. Вот, мы едем в Мадрид, станция Аточа. Все просто супер. Будем ехать. Все, мы отправляемся из Фигераса. Вилафант называется станция. Очень комфортно здесь сидеть, очень много места. Можно положить сумку. Мы купили книги о жизни и музее Сальвадора Дали. Будем сейчас изучать. Можно зарядить телефон. Комфортабельный вагон. Есть вот места со столами. Но, в принципе, даже и без столов. Есть вот такие вот столики откидные. Все очень удобно, комфортно. Бесшумные поезда, скоростные, вот такие вот, на нем мы приехали. И сейчас отправляемся в Мадрид. Ехать 4 часа, то есть с начала 8 мы приедем, 4 часа, там пару минут. Так что есть время почитать, отдохнуть перед Мадридом. В Мадриде у нас 4 дня, вернее 4 ночи, 5 дней запланированных. Очень много музеев и достопримечательностей в плане. Поэтому нужно отдохнуть и подготовиться к Мадриду. Поехали. Вообще пустой вагон. Настолько суперский. О, Далай-Лама сидит с нами. Тибетский. Пустой вагон и Далай-Лама. И мы. Супер. Поехали. Чтобы подключиться к Wi-Fi, нужно ввести номер билета. Вот он, где я держу палец. Вот это номер билета. Его вводишь, и тебя подключают к Wi-Fi. Единственный минус во время поездки, мы это уже ощутили, когда ехали сюда, в Фигерас, то, что очень много тоннелей. Ну и, конечно же, в тоннеле все пропадает, связь. Но зато... когда вот мы на открытой местности, и в течение 4 часов можно вот по билету подключиться к Wi-Fi и наслаждаться. Сегодня очень жарко, 28 градусов в Испании на южном побережье. Поезд разгоняется, уже 140 км в час. Я думаю, цена на билет такая высокая, потому что скоростной поезд международный, поэтому он меньше остановок делает и без пересадки. Хотя мы вот через Барселону едем, но мы там не пересаживаемся. Едем прямо, напрямую в Мадрид. Красивые живописные луга. И можно наслаждаться поездкой.